Привет, народ! Сегодня с вами снова я, Евгений Пугач из Израиля. Будем говорить, как всегда, о бариатрии. Но сегодня немножко другая серия. Из ряда того, что коронавирус и бариатрия. Что же делать? Ребята, как в своих прошлых видео и в данном видео, я хотел бы вам объяснить и сказать, что я не врач, я не доктор, я не имею медицинского образования. Я просто делюсь своим опытом и рассказываю, что есть и как есть. Те, кто не знает, очень вкратце расскажу. Больше 10 лет тому назад я сделал операцию слив, которая через по истечению 10 лет примерно сломалась. И где-то года 2 тому назад я сделал операцию, которая чинит слив. Я сделал полное шунтирование с всякими делами. Я об этом рассказывал в прошлых видео. Поэтому опыта у меня в этих делах очень много. Так вот, я заболел коронавирусом. Это как-то на мне сказалось. Ребята, скажу очень просто. Как правило, те, кто делают бариатрическую операцию, особенно шунты, любые шунты, у них иммунитет слабее, как правило, чем у других людей. Это надо знать, и надо это понимать. На мне это не сказалось, в принципе, никак. Я не чувствую, что это на мне как-то сказалось. Я кушаю, я пью. Да, естественно, по нашим дозам, да, сколько мы кушаем, ну, никак это не сказалось. То есть я витамины пью и пил, и буду пить. И ничего как бы такого сверхъестественного. Очень многие у меня в группе, в личном пространстве почему-то спрашивают: Женек, расскажи, простите, расскажи, пожалуйста, вот как бариатрия, и вот ты же бариатр, и ты сейчас заболел короной, а что как? Ребят, вообще никаких проблем, никаких вопросов. Поймите, то, что вы сделали бариатрическую операцию, не означает то, что вы инвалид. Самое главное, я знаю, что есть случаи, когда люди становятся инвалидами, не дай бог, конечно, статистика, к сожалению, такая есть. Мы сейчас говорим про среднестатистического человека, который сделал бариатрическую операцию. Ребят, не надо сейчас вот любую вашу болячку за уши притягивать, вот это из-за того, что я сделал операцию. Нет. Может быть, отчасти где-то да, но не надо каждый раз. Вот я слышу постоянные вопросы, бывают такие вот и в группах, и в Израиле, по Facebook, и не только. Вот. Не знаю, у меня то-то и то-то, это из-за операции. Да, блин, какая связь? Оставь ты секундочку эту операцию. Хотя у человека прошло, там, не знаю, 2, 3, 5 лет после операции. Пытаются все как бы вот привязать к этой операции. Ребят, примерно через года полтора-два вы становитесь обычным нормальным человеком. Ну, грубо говоря, да? И то, что вы сделали бариатрическую операцию, уже ни на что практически не влияет. Оно влияет только на то, какие вам витамины нужно принимать каждый день, если вам нужно их принимать, да? И количество приемов пищи, и количество порций. Размер порции, имею в виду. Все. Это единственное, что вы должны знать. Если вы вдруг попадаете в больницу, вам обязательно сказать, что вы бариатрик, и вам нужно кушать каждые 3 часа. И что вам нужно раз в день, как минимум, принимать некоторые витамины и озвучить им список, если они, эти врачи, не знают. Это все, что вам надо знать. От себя хочу пожелать вам здоровья, всего хорошего, чувствуйте себя хорошо и... До новых встреч. Пока.